На откос, ребят, наносите. Время, время. Наноси быстрее. Что ждешь? Наноси большим шпателем, малым не работай. Это не работа маленьким шпателем. Да неудобно. Большим надо учиться работать большим. Это не работа маленьким. Маленьким не работа. Либо большой шпатель, либо терка. По мне лучше терка. Все, повесил клей. Не трать столько времени на снимание. Одно движение, все. Накидывай быстрее сетку. Определяй середину, до сколько идет. Перегибай. Втапливай плоскость. Смотри, чтоб у тебя не получилось, что она опять будет. Это лишняя сетка. Втапливай плоскость. Сверху вниз тяни линию. Линию тяни сверху вниз. Перегиб снимай, он сейчас мешаться будет только. Ребят, подхватывайте шпателем. Вниз, все. Быстро разогнали по плоскости. Не снимайте клей. Просто втопи, чтобы у тебя все было втоплено. У тебя плоскость внизу не довтоплена. Да втапливай все. Дальше перегибай середину. Середину перегибай, тяни. Большим шпателем здесь делать нечего. Убери этот шпатель. Убирай. Убирай большой шпатель. Убери его совсем. Ну, я же натянул. Да. Натягиваешь. Подожди, подожди, подожди сейчас. Тебе нужно вот сформировать линию перегиба. Понял? А дальше тяни эту линию перегиба к себе. Вот ты сформировал все. Дальше ты можешь уже затопить как хочешь. И снимать после этого. Ну до верха дотягивай ее до конца. Всю линию. Всю. У тебя движение не в ту сторону. Вот так вот должно быть. Вверх движение. Руки поменяй. Меняй руки, если... Неудобно. Ну, тянуть надо как? Если ты маляр-штукатур, должен тебе... Ну, не в ту сторону. У тебя эта сетка не натянута наверху. А, позавчера я... Вот здесь ее прихвати. Вот здесь она у тебя уже не... В этом месте прихвати. Тяни вот, вот здесь тяни. Рукой здесь бери. Вот. Бери сетку здесь, тяни ее. И движением в эту сторону. Не сверху вниз, а снизу. Поменяй руки, рука. Да руки поменяй. Я правша. Ну и что? Меняй руки. Отойди. Меняй руки. Держи. А, хорошо, сейчас попрошу, чтобы это попробовать найти. Давай. Угу. Хорошо.
После того, как сформировал, снимаешь уже клей. Скотч убирайте сразу. Не снимите потом скотч. От клея грязи намного меньше, чем от скотча. Скотч потом проблем больше. Если это самое, со стеклом снимается.